раз встречается следующей проблемой. Вот, допустим, у меня есть текстовый блок, и я хочу какие-то операции произвести. Для этого я два раза кликаю на текст, чтобы войти в редактирование этого блока. И как только я это делаю, сразу почему-то часть текста съезжает. И приходится вручную восстанавливать, потому что отменой эта операция не отменяется. Ничего не происходит.